Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодняшний концерт посвящен творчеству выдающегося композитора, заслуженного деятеля искусств России Юрия Потиенко. Юрий Анатольевич – автор множества сочинений самых разных жанров. Среди них опера, оратория, балет, камерные сочинения. Наверняка многие из вас уже знакомы с его творчеством по фильмам и сериалам. Среди них самые известные «Ночной и дневной дозор», «Ленинград», «Елки», «Пепел», «Клетка» и многие-многие другие. Сегодня для вас прозвучит хоровая музыка композитора, которая представляет собой богатый пласт творчества. Каждое сочинение – это бриллиант, в котором раскрываются новые грани исполнительских возможностей хора. Кстати, автор сегодня присутствует в зале. Давайте поприветствуем Юрия Анатольевича аплодисментами. Юрий Анатольевич Потиенко родился 5 декабря 1960 года в Молодогвардейске Луганской области. В 1986 году он окончил Московскую консерваторию по классу композиции в классе профессора Николая Сидельникова и хоровому дирижированию в классе профессора Бориса Лешко. Безупречное знание хоровой специфики и яркий композиторский язык привлекает многих исполнителей. Большинство хоровых сочинений Юрия Анатольевича написано по просьбе его коллег, выдающихся дирижеров и именитых хоровых коллективов. Так, в 2000 году к Потиенко обратился руководитель Московского государственного академического хора Андрей Дмитриевич Кожевников с просьбой написать для его коллектива нечто легкое, рождественское, светлое. Однако пути настоящего искусства нередко расходятся с житейскими запросами. В то время Юрий Анатольевич внимательно читал книгу со стихами английских поэтов, в которых сквозным лейтмотивом была тема смерти. Так вместо светлого, праздничного, легкого на свет появилась серьезная хоровая сюита «Юдоль грез». Премьера состоялась в ноябре того же года и вызвала небывалый успех не только у слушателей, но и у других коллективов. Спустя 2 месяца сочинение обрело свою собственную, самостоятельную и чрезвычайно активную жизнь. Сюиты стали исполнять частями, в различных инструментальных интерпретациях и даже акапельно. Сегодня тот редкий случай, когда сюита прозвучит целиком в исконном виде, так как ее задумал композитор. Но перед тем, как я приглашу всех артистов на сцену, традиционно обращаюсь к вам с просьбой обеззвучить ваши мобильные телефоны. Спасибо. Итак, музыка Юрия Потиенко – «Юдоль грез». Хоровая сюита на стихи английских поэтов в русских переводах для солистов смешанного хора, виолончели, фортепиано и органа в 6 частях. «Добродетель», «Песенка», «Юдоль грез», «Колыбельная», «Анабель Ли», «Сад Прозерпины». Части исполняются без перерыва, аплодисменты между ними не подразумеваются. Солисты: София Схертладзе, меццо-сопрано, Ян Герасимов, тенор, инструментальный ансамбль в составе: Вячеслав Золотовский, орган, Оксана Чехова, виолончель, Елена Погодина, фортепиано. На сцене муниципальный камерный хор Нижний Новгород. Художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный деятель культуры Нижнего Новгорода Иван Стольников. Thank you.
плачешь и кричишь, не бойся, милый, погоди, отец прижмет тебя к груди. Проснись, проснись, малыш, проснись, зачем ты плачешь и кричишь, не бойся, милый, погоди, отец прижмет тебя к груди. Ох, я ложно лыжал, я красно видел, Thank you.
с ней распростёр я вдали. Thank you.
Главным критерием при создании хоровой музыки для Юрия Анатольевича является поиск новых творческих задач для исполнителя, которые сформируют у музыкантов неподдельный интерес и бережное отношение к музыкальному материалу. Ведь, как известно, творческий поиск — это та зона роста, в которой рождается нечто поистине захватывающее, увлекающее в новые миры. Мир средневековых шотландских легенд раскрывается в хоровой балладе «Вересковый мед», которая была написана по просьбе Станислава Семеновича Калинина, художественного руководителя и дирижера хора студентов Московской консерватории. Поэтической основой стало одно из любимейших стихотворений композитора, которое он с большим удовольствием цитировал еще в раннем детстве. Музыка выдержана в стиле древних кельтских песен. Кажется, что она звучит из глубины веков. Баллада на слова Роберта Стивенсона в переводе Самуила Маршака. «Вересковый мед». Король, правда, быть обуви.
Выбор литературного источника для написания хоровой музыки является серьезной задачей для любого композитора. Для Юрия Потиенко важна яркая образность и эмоциональная насыщенность текстов. Большое количество хоров написано на стихи русских классиков. Среди них, конечно же, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Дмитрий Кедрин и многие другие. Сегодня мы с вами услышим 5 таких хоров. Слова Афанасия Фета «Уноси мое сердце». Thank you.
Петрова, сопрано, партия фортепиано, Елена Гришанова. Слова Михаила Лермонтова. Пророк. Первое отделение завершает хор на стихи Александра Пушкина «Бесы». Исполняют Вячеслав Золотовский, орган, Елена Погодина,
фортепиано, Никита Петров, ударные, Илья Трофимов, ударные, Иван Козицын, электрогитара, и Иван Гомарев, бас-гитара. На сцене камерный хор «Нижний Новгород», дирижер Иван Стольников.
антракт 10 минут.
отделение. Музыка Юрия Потиенко, слова Дмитрия Кедрина. Хоровая поэма «Зодчие». Солист Глеб Шапков. Смерды, можете ль церкву сложить иноземных пригожей, чтоб была благолепней заморских церквей, говорю. Другой говорю, и грехов
когда государь повелел ослепить этих сочи, что в земле его церковь стояла одна такова, чтобы в суздальских землях и в землях рязанских и прочих не поставили лучшего храма, чем храма храма. Соколиные очи кололи и шило железный, дабы белого света увидеть они не могли. Слова Николая Гумилева. «Жираф». Партия фортепиано Елена Гришанова. Thank you.
Особое творчество, особое место в творчестве композитора Юрия Потиенко занимает киномузыка. В этом жанре за плечами автора уже около 100 работ. Композитор обладатель ряда премий за лучшую музыку к фильму. Любовь к кино у композитора сложилась еще в детстве, а в студенческие годы его пригласили поработать топером для немого кино в кинотеатрах «Иллюзион», «Дом кино», кинотеатр на Красной Пресне. Потиенко долгое время изучал фонд русского немого кино и тщательно впитывал принципы кинодраматургии и музыки кино. Стоит сказать, что за Юрием Анатольевичем закрепился статус последнего топера в СССР. Музыка Юрия Потиенко, киномузыка Юрия Потиенко, вопреки всем тенденциям превратить саундтрек в обои, которые иллюстрируют происходящее на экране, сохраняет тенденции академической культуры и доказывает, что композитор в кино — это нечто большее. В какой-то степени он сорежиссер, который способен показать то, что не способно раскрыть ни один вид искусства. Музыка раскрывает истинный смысл происходящего, выводя наружу скрытые чувства и эмоции. Через кино прорастает любовь к высоким образцам. Значимой работой стало написание музыки к первому фильму нового века, который был рассчитан на широкую аудиторию. Речь идет про знаменитые фантастические боевики «Ночной и дневной дозоры». Стоит сказать, что музыка из «Дозоров» стала очень популярной. Особенно знаменитая, я бы сказала, культовая танго из «Дневного дозора», которая с успехом исполняется на разных площадках в разных интерпретациях. Сегодня она прозвучит для хора и двух роялей. Танго «Мистериоза» из кинофильма «Дневной дозор». За роялями Елена Погодина и Елена Гришанова. Thank you.
Пожалуй, задача композитора не только написать музыку, но и уловить ту ускользающую идею, которая витает в воздухе. Интересная история приключилась с саундтреком к кинофильму «Ленинград». Идея была такая: показать, что человеческое горе не имеет национальности, что драма одного человека равно удалена от русских, немцев и вообще любой другой национальности. Как вы все прекрасно помните, история фильма «Ленинград» разворачивается во время Второй мировой войны при блокаде знаменитого города. Туда попадает британская журналистка, и все события описываются от ее лица. Задача музыки была сказать больше режиссера. Человеческое горе не имеет народности. Наиболее подходящим оказался латинский текст, который одинаково относится ко всем странам мира. Он равноудален. Общечеловеческое горе получило название «Бенедиктус», которое сейчас прозвучит в исполнении камерного хора. Солистка София Схетладзе, меццо-сопрано. Benedictus.
Появление хоровых аранжировок популярных мелодий связано с обращением к композитору, дирижеров и хоровых коллективов. Так появилась аранжировка композиции Эдди Рознера «Тихая вода» в аранжировке Юрия Потиенко. Стоит сказать, что композиция появилась по запросу руководителя хора Московской консерватории Станислава Семеновича Калинина. Хор собирался ехать на гастроли в Польшу и порадовать поляков их мелодии в новом исполнении, в новой интерпретации. Однако гастроли так и не состоялись, а музыка ждала своего часа. И сейчас вы услышите премьеру. Музыка Эдди Рознера «Тихая вода». Аранжировка Юрия Потиенко. Партия фортепиано Елена Погодина и Елена Гришанова. Сейчас нас ожидает еще одна премьера. Музыка Тихона Хренникова, слова Михаила Матусовского «Московские окна». Авторская интерпретация Юрия Потиенко. Thank you.
Наш концерт завершает хоровая сюита на темы Андрея Эшпая. Муниципальный камерный хор Нижний Новгород, дирижер Иван Стольников, солистка Алена Петрова, сопрано. Темных бровей я не приду.
Плечом,
Дорогие друзья, мы благодарим вас за столь теплый, душевный, творческий вечер, Юрий Анатольевич. Юрий Анатольевич, мы счастливы видеть вас в гостях. Отдельные аплодисменты. Большое спасибо всем участникам, невероятным исполнителям, и с нетерпением будем ждать новых творческих встреч.